будет. Что-то типа 54. Он будет. О, едет. А, есть, механика подбил. Смотри, чтоб тебе в ответку не пизданули. А это из, шестой. Ой, ебать, мой Галю, да он тебя пулемет затрахает. Да-да-да. Ну, я в башню его не пробил, хуеть. Егорка, трахни его, трахни! Ствол сломал. На, нахуй. Борты ломают, деньги перебиваем. Осколки во все стороны. Вот это просто продольный зал, как он есть. Единственное, что потом я, честно говоря, не помню. Шутка, почему? Мы сначала видно, потом слышно. Потому что глаза зерги. Дальше. Ну вот здесь на подходе к местечку Тахта, здесь снова видите, пытались оказать сопротивление. И здесь Даву, вот здесь недалеко от Тахты, 3 января 1912 года, Даву с 7-м гусарским, 22-м конно-егерским, сделал бойню отряду. Примерно 600 человек был перебил, остальные разбежались. И дальше продолжили ДЗ по течению Нила. Тем временем Мурад Бей получил подкрепление. Дело в том, что с Аравийского полуострова прибыли воинственные арабы. Хасан из Ямба, его люди и 2000 арабов. Вот. И кроме того, из непосредственно Конечно, он воспринимает культуру, потому что это круто, это огромная древность, это какая литература потрясающая, все там есть. Я думаю, что там же, чем у греков, лучше, чем у греков. И давайте-ка так скажем, все эти люди, которые не всего ничего. А в Греции, единой Греции вообще не было никогда. А тут у парней, прошу прощения,
от Индии до Средиземного моря единая держава, которая существует, ну, опять же, как они говорят, тысячи лет. Видимо, они знают что-то такое, чего мы не знаем. Может быть, нужно так же делать. Поэтому македонский воспринял просто более мощную культуру. Но это нормально совершенно, когда ты оказываешься с кем-то более культурным, причем сильно более культурным, чем ты, он на тебя влияет в большей мере, чем ты на него. Слушай, ну это очень интересно, потому что в институте персидской культуры, например, мы изучали где-то неделю, но то греческий несколько месяцев. Ну вот. Заметила, что в школе то же самое. Грецию мы изучаем вот только, а по Персии была такая. В школе я даже не помню, что мы что-то по Персии изучали, мы там мимоходом. Ну, я как педагог тебе точно скажу, что проходили в Персию. Но она проходит в первую очередь в деревьях Греции, потому что греки-персидские войны, и в конце концов греки персов завоевали. И поэтому, проходя Грецию, вы, конечно, и персы затрагиваете тоже. Хотя, повторюсь, Персия богаче, культурно, древнее, чем вся эта Греция. И там, короче говоря, на тот момент там все. Ёб этот, блядь, ебучий. На нахуй щи тебе, блядь, еблан. Егорка, тут, короче, швед, блядь, узкозаупный вот этот, блядь. Наверху стоит вот тут. А, уже не стоит, ладно. Какая бомба! На нахуй. Вот мы, я взорвался. Проиграл.